потерял что-то? А ты нет. Что ты тут делаешь? Здесь опасно. Что ты видишь, глядя на эти руины? Я везде вижу свою историю. Я пережил все кризисы, все бунты, а потом у нас все отняли. Я все пропустила. Земли нет. И здесь все потеряем. Мы все теряем. Всегда. Может, так нужно? Я оставил в хижине кое-какие ценные вещи. Я тут и минуты не протяну. Расчисти путь, и я покажу тебе, где они. Хоть раз бы увидеть дом. Побудь здесь. Я разберусь. Мой старый дом находится у радиовышки над городом. Как тут все было в самом начале? О, это настоящее чудо! Промышленные 3D-принтеры создавали все нужное из ресурсов Еноха. Мы строили город на чужой планете с бешеной скоростью. А потом начались бури. Ты видел первую бурю? О, да! Небо горело, техника сходила с ума. Весь город погрузился во тьму. Только молнии и крики. Я видел, как людей поднимало в воздух, как трещали деревья и бушевали пожары. Все надежды на будущее на Енохе исчезли в один миг. А после взрыва двигателя? Сдохла электроника. Спящие просыпались по тысяче в час. Нас пытались успокоить, но не было ни еды, ни лекарств, ни убежища от этих бурь. Зак закрыл ворота и бросил нас подыхать. И мы бы и подохли, если бы не алиумы. Я в душе не мятежник. Придется разобраться. Вижу врага!
Можешь идти в свою хижину. Контейнер 99. Но... Спасибо. Подожди меня здесь. О, а это что? Что тут случилось? Чьи это могилы? Сара, Элоди, Мишель. Они не виноваты. Меня выбрали главой общины распределять еду. Я что-то брал себе, девочкам. Или они должны были голодать? Казалось нормальным менять еду на услуги. Я брал лишь еду, а они забрали у меня все. Говорил, у тебя есть? Для меня ценны лишь воспоминания. Бери все и уходи. Я еще побуду здесь.